Сегодня у нас будет челлендж. Мы будем угадывать слова. Сейчас я загадаю для наших девчонок по два слова, а они будут отгадывать. Мы оденем наши чудо-наушники, чтобы они не подслушивали, да? И по губам каждая из них отгадает. А может быть, они будут работать в команде вместе, да, Полина Романовна? Да, да. Александра Романовна? Ну что, готовы? Да. Я загадываю первое слово. Сейчас я девчонкам нашим загадаю слова, а они их будут отгадывать. И первым словом будет слово «пицца». Ну что, первое слово загадано? Попробуем его отгадать? Да. Кто будет отгадывать или вместе будете отгадывать, девчонки? Вместе! Ну хорошо, приветствуется работа в команде. Мишка? Нет, не Мишка. Мышка? Мышка. Вата? Нет, не вата. Однозначно в этом слове есть буква И. Это очень большая подсказка для вас. И мы это любим кушать. Нет, на букву И. Там буква И есть. Я не говорила, что это на букву И. Посмотрите на то, как я произношу это слово. Мы даже это сами готовим иногда. Нет. Из теста. Пицца. Правильно, Полина Романовна угадала. Это пицца. Ну что, загадываем второе слово. Вторым словом будет слово сок. Ну что ж, я загадала второе слово, и сейчас наушники переходят нашей Полине Романовне, чтобы даже шепот она не могла услышать. Стол. Нет, не стол. Это какой? Какая там буква точно есть в этом слове? О! Правильно, Александра Романовна. Мы это любим пить. Сок. Правильно, сок. И я загадываю третье слово. Третье слово, загадка, будет слово школа. Ну что ж, я загадала третье слово, и пора нашим умницам-разумницам его отгадать. Какие гласные точно присутствуют в этом слове? О. О. А еще какая буква? А. Правильно, Александра Романовна. Ты еще не ходишь в школу, а уже столько знаешь. Да ты просто молодец, ты будешь настоящей отличницей, да? Да. Итак, мы знаем, что там буква О есть гласная и А. Какое же это слово? Буква Ш там тоже есть, Александра Романовна. Кошка. И даже больше вам скажу, такая подсказка, мега подсказка. Это первая буква, буква Ш. Шапка. Нет, это не шапка. Шо. Но туда мы одеваем. Когда идем туда, мы это одеваем зимою. Это не одежда, я, наверное, совсем вас запутала. Школа. Правильно, это школа. И пора загадывать финальное четвертое слово. Ну, а финальное задание. Я загадала слово лимон. Попробуйте отгадать. Итак, у нас сегодня было четыре слова. Пицца, сок, школа и лимон. И все мы успешно справились с этим заданием. Пока! Подписывайтесь на канал! До новых встреч! Всем пока!